Ну, сейчас я справлюсь с ним, все-таки должен я справиться, ну что же это такое? Фигура же лишняя все-таки. Фигура лишняя, я должен справиться. Думает, как меня перехитрить, да? Ищет способ, как прорваться куда-то, но я не вижу, на H4 беру коня. На ферзь F2, допустим, ну бью, конечно, ферзя, что он еще может? Сюда пошел, ладно. Напал на коня оттуда, с поля... С поля D7, потому что конь теперь у него никуда пойти не может. Точнее, может, но... Это будет... Так, или конь F4 возьму... А, взял. Хорошо, и еще сюда поставлю коня сразу. Взял вот так пешкой. Значит, сейчас слонов встану на E3. И все будет хорошо, все защитил, отлично. Все защищено, ребята. Все хорошо. Теперь ладья идет на H1. Нет, не на H1. Ну давайте туда пойдем, может быть, мат будем ставить сами. Да, он мне сейчас шах даст один, но ничего, на P2 я прям переживу. А маты я ему влеплю там, конечно. Да, все. Я думаю, что здесь уже белый мат ставят. Куда ему деться? Так вот. Шажочек. Такой взяли. Взяли. Хорошо. Так, кстати. Играет быстро и сильно, молодец. Так, ладно. А чего я его не завязал-то? Ай! Какой, а? Что такое? Что такое? Что такое? Что делаю-то я? Ё-моё! Ужас какой! Слушайте, я думаю, выигрываю просто, надо же. А просто проигрываю. Да, ну чудеса, ну чудеса. Ну чудеса. Там чудеса, там леший бродит. Да, вот вам, пожалуйста. Ну что поделать-то, а это жизнь. Ладно, что ж, вот так вот бывает даже, да, видите, какие чудеса. Ладно, хорошо. Так. Да. Чудеса бывают большие. Чудеса бывают вот такие разные. Так, что, ну ладно, не знаю, кто это. Сыграем D5. Да, сыграем D5 пока что. Тоже лондонская, но что ты будешь делать? Все играют лондонскую, вот научил, да. Да, на рейтинге 2000 очень сильные игроки, конечно, это ж ясно. Что сила у них огромная просто, у этих игроков. Естественно, у меня есть очень разумные сомнения в этом смысле. И я затребую у этого спортсмена документы. Именно он должен будет мне предъявить. Просто каждый, кто меня вот так обыгрывает, тот показывает документы. Вы же знаете, я очень простой. В этом смысле. Они покажут, будет удален из клуба и все. Очень четко. С рейтингом 2000 не может обыгрывать вот так. Не может вообще так играть. На 400 отставая по рейтингу. Так что, да. Так что здесь, да. Я же не знаю заранее. А что, если это сильный игрок, который почему-то специально рейтинг не набирает, да? Вот. Вот мы и узнаем. Прямо сегодня вечером он получит от меня уведомление о том, что он должен предъявить документы. Пусть готовится. Все предъявит, тогда мы узнаем. Если сильный игрок, все, пусть остается, молодец, нет проблемы. А если нет, значит нет. Те, кто в чате сейчас обсуждает что-то, вы поймите, что у каждого из вас может быть своя точка зрения, но я просто знаю, что рейтинг 2000, сила игрока 2000, вообще не может так играть сильно, в принципе. То есть эта игра была не на 2000, не на силу 2000, вот что я хочу сказать. Ну вот, а это довольно очевидно. Было. Тот, кто играет на 2000, должен играть... Да. Тот должен играть на 2000. Вот я считаю так, это прям нормально, да? То есть, если у тебя 2000, ну все, играй на 2000. Свои. А не на, там, 2500, да, там, допустим, ну.